Всем здорово, друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Варпач, Алекс, Фокс и Фредж, и, конечно же, наши подписчики. Сегодня мы играем в Minecraft CSGO! Всем здорово, ребята! Эй, я, братишки! Чё, кого, бру? Так, Олег, ребят, у нас... Чё? Ребята, у нас тут сегодня такая огромная карта, знаете, тут построены дома как и для великанов, как и для обычных людей. Короче, вы все поймете в серии. Вот, поэтому всем желаю приятного просмотра, ну а мы погнали. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. Forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Так, ну что, парни, у нас первый раунд, манички, у нас Саня и подписчик. Что такое? Саня, это было? Так, парни, погнали со мной. За мной. Есть новичка хорошая. У меня такой канал называется Макс, Саня и подписчик. Это ты? Макс, я же сказал идти, а не лететь. Погнали. Я прошел по воздуху. Макс, ты же помнишь вот эту ночку? Ты же... Пошли, куда? Спасибо, пацаны. Вот смотри, как туда попасть, смотри. Оп, вот сюда. Ух ты. И все. Ну, стой. Быстрее. Только к углу не прижимайтесь. Неважно. А вдруг другие застряли? Да что ж такое-то? Я это отошел. Что было сейчас? Да с... Это что сейчас было? Ребят, вы чего? Я застрял в Максе. О, Олег, а ты знаешь, что я знаю, как сюда попасть? Нет. А как? Нет. Ты не знаешь, как сюда попасть. А, не убьешь, смотри. Сань, ты не знаешь. Давай, я смотрю. Внимательно наблюдай. Давай, Сань, я все вижу. Сань, ну давай, давай. Фокс, иди сюда. Подойди ко мне. Че? Он сам с собой разговаривает? Да. Кого он зовет? Нет, подписчик. Там такой же просто Фокс. Подписчик и ник почти. Иди сюда. Вот здесь, короче, караул, стой. Сейчас они выйдут. Пацаны! Беги! Спасайся! Беги! Давай! Быстрее, бегом! Нет, он меня спалил, пожалуйста, не убивай тут! Да пипец, Сань, я не знал, что ты знаешь эту нычку. Так, ну что, народ, пойдем, блядь! Давай, со мной, опять за мной. А что там делаешь? У нас Саня снова. Э, Макс, ты что там? Ты это, подслушал разговоры, да? Там план, тактику там и так далее. Я не сидяк, идем за мной, ребят, идем за мной, только закрываем за собой все, конечно же. Да. Так, теперь, смотрите, прыгаем вот сюда. Я не закрывал. Теперь вот сюда. Вопрос, как запрыгнуть туда? Вообще изи. Обычно, типа, как и всегда. Так, только, по-моему, здесь нету другого выхода. Быстрее. Ну, пацаны, ну что ж такое-то? Кирилл умрет первым. Ну, что будем делать? А почему так быстро бегают? Сань, ты почему такой жесткий? Я прикрыл Олега. В смысле? Он не понял, что за фигня. Ну, что ты тут делаешь? Может, тут телепорт есть какой-нибудь? Как не выйти отсюда? Как не выйти? Ладно, Саня, беги. Выпусти, беги, дай беги. Мне шанс. Да, давай, ты что такой шанс, жесткий? Давай, один шанс, пошел. Даю 5 секунд. 5. Четыре. Стой! 3. Олег, 2, есть волшебное слово «Максим, 1. Помоги», и оно сработает, если хочешь. Ой, да что ж у вас тут? Олег, скажи «Максим, помоги», Максим, я тебе помоги. А, не сработало! Стой! Бонзай! Я понял. Саня, ты бесишь реально. Олег, посмотри на них, как океанариум. Два петровых маньяки, вы посмотрите. Реально, как рыбки плавают. Кстати, вы понимаете, что вам хана? Конечно. Пацаны, подойди к двери по приколу. Смотрите, я прикол покажу. Не, спасибо. Не сегодня. Почему ты... Что сложно так запрыгнуть. Так, Сань, только смотри, что, иди прям говно. Четко за мной. Ты и слышал, повторяй, да? Все не действия. Так. Смотри, на, вот давай. Это возьми. Так, Сань, и теперь смотри за мной. И... О, отлично, получилось. У тебя получилось, Сань? Кто-то на крышу прыгнул. Да, кто-то на крышу, кстати, прыгнул. Какую крышу? В смысле, вы о чем, пацаны? Какая крыша может быть? Вот дураки какие-то. Мы вышли, кто-то при нас телепортировался. Вот, плохие люди однозначно. Зачем телепортировались? Лучше бы сразу остались, да, Петровым-то, а? Изи, ну-ка, Саня, с той стороны пройти можно? Я хочу проверить. Опа-на, подписчики. Да, можно. Отлично.
точно. Но если что, нам надо план отхода как-то продумать. Да. Если что, кричим, орем и бежим. И плачем. Ну и да, и это тоже. Так, может, подсказочка какая-нибудь. Можно, знаешь, поставить отметку, что мы здесь типа были. А как? А что так лагает? Так. Я пытался телепортнуться. Я вот сюда, короче, стану на всякий случай. Вот, а то вдруг, спустя какое-то определенное время, там, может быть, нас кто-нибудь там найдет, отыщет. Ну или еще что-нибудь. Ой, ты тоже расставил? Да, я тоже. Мы тут были. Ты видишь, написано. Сань, стой, а где они? Я вообще их не вижу, где они? Ой, видишь их? Не знаю. А не знаю вообще, как сюда попасть? Тут был телепорт. Какой телепорт? Какой? Я видел, тут ТПшнулся. Мы видели, никто не ТПшнулся. Мы выходим, и здесь кто-то ТПшнулся. Что вы врете? Да в смысле? Это ноу-клип. А, реально? Сань, погнали за мной, Сань. А куда они могли телепортироваться? Я не знаю. Я пойду дальше посмотрю. Okay. Пока палевно, слишком палевно пока что. Пока сидим на месте. Да никакого нет. Да не что ж вы там ищете, пацаны? Ладно, я могу дать подсказку, то что Макс был на правильном курсе. Вот, то есть он был очень близок к разгадке. Он так же падал, как биткоин. Ну прыгали-то мы одинаково. Типа, подожди, где он ищет? Да. Да, где-то там. А что он здесь ищет? Ты что? Не в сарайчике, Макс, искать надо. Да, да, выйти. Может, да, надо было выйти. Надо было выйти, да-да-да. А Е нажимается? Надо прыгнуть с того места, где вот с крыши, короче. Вот. Вот сюда. Стоп! Она здесь пробивает, там есть проход на крышу. А здесь? Там под крышей есть. А здесь тоже есть проход. Вот он, надо туда попасть. Стереги. Давай. Саня, как уходить будем? Саня, как нам уйти? Саня, нет, не уходи туда! Нет! Брат, ты что? А как мне выйти теперь отсюда? Макс, стереги с другой стороны. Иди с другой стороны. Давай, иду. Вот здесь полюбас проход. Иду. Ёпта. А что, там нет прохода, что ли? Как мне выйти-то отсюда? Петрова зажали! Нет. Давай. Я другую дверь попробую сейчас. Я иду мне к тебе. Кирюк, я иду к тебе. Ничего не делает, знаешь, надо ты зажали. Да, упал. Да, я не могу. Я к тебе иди иду. Попробуй залезть. Что-то не получается. Он вообще не залазит. Так я уже убежал, пацаны. Чего вы там этот сарайчик? Конечно, я тебя на карте вижу. На какой мини-карте? О чем вы говорите вообще? Я не могу туда запрыгнуть. А и не надо пытаться. Зачем вы это делаете? Зачем? Стоял, пацаны, зачем? Пацаны, вы можете. Я же вам говорил, как попасть сюда, пацаны. Вам надо запрыгнуть на крышу, которая находится напротив сарая. Там тоже типа мини такой сарайчик стоит. И от него прыгайте в сторону сарая и телепортируйтесь туда. Макс, сядь здесь. Че? Встань. Во! Да ну. Его тут нет. В смысле? Подожди, на карте он вот там. Блин, да как в смысле? Почему я не убежал, пока было время? А мне нравится, как подписчик сидит целый раунд вот так вот. Ну, по кайфу ему, что, нормально? Так, ну что, подписчики у нас, маничок. А, ребята, маничок у нас жесткий. Мне почему-то казалось, что это телепорт. Ну да ладно, так, парни, погнали за мной. Ты серьезно? У меня, правда, нычки нет, но надеюсь... Олег, смотри. Че? Вот беги, смотри, спорим, я сейчас догоню. Давай, раз, два, три. Давай. Ну так ноу-клип каждый может прописать, это понятное дело. Ребят, время на исходе. Это бустеры. Так, давайте сюда. А как насчет спрятаться в туалетах? А там они уже не успели. Да ёпта! Ищем здесь... Не! Есть нычка! Погнали со мной, со мной. Где? Вот в окно прыгайте, в окно! Вот сюда, ко мне, давай. Второй пошел, первый пошел, четвертый, давай, оп! Красава. Пацаны, я предлагаю забор перепрыгнуть. Так, погнали за мной. Пацаны, это надо операцию эту выполнять просто по стелсу. Мы тут. Давайте за туалет, бежим. Мы тут. Эй! Вон он прыгает. Он заметил. Не заметил. Он заметил, он за мной бежит. Он не заметил. Давайте сюда. Серьезно, как он не заметил? Давай сюда, за мной. Куда ты там прошел? Быстрее, пацаны. Тихо. Макс Коста. Да мне не перепрыгнуть. А как убили Кирилла-то?
Я не перепрыгнул. Погнали за мной, бегом, оно не пролетело, я за 100 метров. Как-то здесь, по-моему, где-то здесь. Я вниз упал, Как вы вниз упали? Сюда спускайся. Да падай. Открыли, спускайся. Так куда? Спустись. О, спустился. Фух. Нас здесь нет. О, боже. Нас тут Петрова подставил просто. Ну как так, Кирюху-то потеряли, пацаны, на задании-то. Ой, нас тут нет. Да. Стой. Ну молодцы, пацаны, ну красавчики. Да не, нас тут нет. Что, не стреляй, только не стреляй, пожалуйста, не-не-не, мы спалим, все такое очень жестко. Давайте проверим, может быть тут есть еще какой-нибудь план отхода. Да, вот там проверяй, братан, отлично, все хорошо делаешь, прям по плану, прям по тактике. Самое главное, не... Я не удивлялся по плану. Мне кажется, у него все по плану. Это да, парни. Я вам говорил, что... Их нычки три рыли. Кстати, пацаны. Три рыли. Знаете, о чем я подумал сейчас? Пацаны, знаете, о чем я сейчас подумал? Видите камин? В камине есть нычка, по идее же, да? Это же камин. Нету? Бракованный. Блин, бракованный камин с дефектом продали, да что ж такое-то-то, а? Олег. Вообще... Олег, скажи ту самую фразу, это Максим, помоги, и я облегчу нашу жизнь. Нет, так у нас все хорошо. Подожди, давайте аккуратно, мне нужно закрыть дверь. Давай. Серьезно? Так, давайте, я там... Он возвращается? Большой дом. Ребят, у вас всегда есть план отхода. Максим, помоги. А что ты хочешь сделать? Скажите это слово. Скажите это слово. Нам пока уходить. Скажите, не надо. Кто-нибудь из вас. Стой, Макс, не надо, Макс, сейчас лагать будет сервер. Нет, кто-нибудь из вас, скажите. Максим, помоги, давайте. Максим, помоги. Сань, давай покатаемся. Я не знаю, что ожидает нас там. Ну давай. Ну не роняй, на жилака сейчас будет, отвечаю. Это не я, это не. В смысле, они у тебя. Давай, Сань, ты готов? Канаемся. На счет три, давай. Раз, два, три. Камень. Камень. Да блин! Раз, два, три, ножницы. Камень. Макс, помоги. Да нет! Макс! Махалай, Фоксел, умирай. А как же так? Именно Фокс! Нет, почему именно он? Так, давай я дам еще такую подсказку. Что за меня столько ножей, пацаны, под миллионер? Я не знаю, не спамните, пацаны, сейчас реально лагать будет. Я не спамню. Сейчас весь раунд будет коту под хвост. Миллионеры фрешек. Да, пацаны, ну отвечай! А, вы просто разбрасываете все. Миллионеры фрешек. Смотри, он, вон он, тихо, он был сверху, походу спалил. Подожди, по-моему, он нас спалил. Мне кажется, это самый дорогой подвал в мире. Это да, по-любому. Во, он идет. Где он? Он открыл. Он упал. Смотри, его ушел. Я ушел. Макс. Я АФК. Вылетел. Я АФК. Смотри, смотри, не заметен. Отлично. Изи. Сразу видно, что у человека опыта нету. Так, блядь. А если я вот так буду висеть, он найдет меня или нет? Можете написать, что в большом доме я сижу? Пожалуйста. Нет. А я сейчас сам пробежал. Пацаны, вы знаете, что можно сказать? Он пробежал. Он не увидит. Пацаны, вы знаете, что можно сказать? Стой, подожди, я вижу. Я сразу сделаю магию. Не надо, я видел его ножку. Не, считается только о тех, кто жив. От Олега. Блин. Олег, не забудь сказать. У тебя есть шанс выжить. Смотри, он залез в камин. Я думал, он телепортнулся. Оказывается, он там сидел. Понятно. Олег, ну что, погнали? Бить? Давай, найдем их. А сколько причем... у тебя? Че, кого? ХП? Кого? У нас? Вова, кто-то наверху, там кто-то наверху. Где? Не видел. Сколько у вас ХП? Он, у нас 10 тысяч. Он возле окна вот засветился, он в доме. Где-то там, значит. Он возле окна. Что такое? Так, стоп, подожди, в смысле, что такое? Где-то на втором... Так, я. Давай, Сань, ты заходи в дом, я, короче, вот он. Лови, где он? Красава! Лови, так, лови, минус лови, один лови, уже лови. Есть, а Мич замечательно. Лови, лови. Так, осталось найти. Подожди, стоп, мне кажется. Как будто это так легко. Подожди, стоп. Мне кажется. Так, не понял немного. Тихо, не стреляй. Окей, окей, окей. Стоп, Сань, откуда-то... Подожди. Их сквозь щелочку просто видно. Более, по-моему, откуда-то... Вот где-то с этого места прилетело. У вас наушники плохие. Так, погоди. Олег, иди сюда. Иду. Что там? Сейчас, Аня. Мне кажется, вот с этого забора идут пули, тут следы немножко такие. А-а-а, слушай, ну-ка, давай прочекаем, подожди. Интересно-то, слушай-то. Да, Драгонлор, улика, только у Кирюхи Драгонлор.
А как они туда попали? Я тоже не знаю, куда нельзя попасть. Вроде. Читеры, да? Куда бы попали? Читеры, да? Ну, Ксань, давай сюда. Да ёб! Так, подождите, что вы ржете? Мы что-то пропустили или что? Мы что-то пропустили, пацаны, да, или что? Да, пропустили. То есть, на какую-то... То есть вы отвечаете, то, что туда, где вы спыли, попасть можно только... Спыли. А где вы были, туда можно попасть без читов. Без. Да. А, вот они! Они где? На углу! Где? Карты. В смысле? Где они бегают? На каком углу? Ну, где? Сам где? Ты на углу. Они сам что, там углу бегают, что ли? Красава. Так, подписчика еще одного нашли. Драгонор опять валяется, самое интересное. Так, вот. Погоди, это что? Это пошка? Юные Шерлоки. Подожди, стоп. Подожди, я знаю, что я хочу проверить. Подожди. Я просто хочу проверить. Подожди. Нет, тут нету, Сань. Очень ну, странно, но их там нету. А я не... Да, они совсем тупые. Вообще да, реально тупые. Да. Они наверху здания. А, вон они на крыше. А как на крышу попасть? Можно поинтересоваться? Да никак. Никак. А-а-а. Они вот. Опа-на, давай. Нет. Опа. Так, а Кирюха где у нас? Кирюшенька там остался наверху. О, нормально заныкался Кирилл. Да. Я тебе, конечно, верю. Я вообще-то через горящее здание выпрыгнул, которое горело и такое. А. Ты знаешь ту фразу, которую можно сказать? Нет! Где он может быть, Сань? Куда он? Видел! Сань, видел! Видел на крыше! Ну, Кирилл, выбирай, кого из двух. Нет! Ты должен был убить его, тачером! Не, ну ты умер, он на самом деле вот по причине, конечно, не просто так, да. Да. Ну что ж, друзья, на это наша сегодняшняя серия по Мони-Кубка из Гоу подошла к концу. Я надеюсь, она вам, как всегда, понравилась. С вами были, как всегда, Кофи, Фарфач, Фрэш, Алекс Фок. Макс, помоги. И наши подписчики. Я сейчас реально сам себе помогу. А на этом сегодня все. Олег, прыгни. Фрэш, помоги. На все наши каналы. Вот, всем до скорой встречи, ребята, и всем пока-пока. Пока, кузики! До скорого! Чао, пока.